Всем здрасте с нашего свежепостроенного уголка, о котором можно почитать в блоге. Ссылка будет внизу. Диана Ивановна только пришла с работы, заметно, да? Диана Ивановна всегда, когда приходит с работы. Ладно, Владимир меня не слушает. Я сплю. Да. Вот, сегодняшнее видео я просто хотела выложить кусочки того, что мы наснимали. Но на полноценное видео оно не тянуло. Угу. Например, как мы охотились за недавним торнадо. Или как Владимир ездил на рыбалку. В это воскресенье, да, в прошлое? Да. Вот. Говорит, щуку поймал, но я их так и не видела. Не, щуку я отдал. Щуку отдали? А что вы домой принесли? Я карпа большого взял и сильвербаса небольшого. Угу. Называется корпоративная рыбалка. Все что-то поймали. Угу. А и каждый взял... Каждый взял, что хотел. Uh-huh. Вот. Поэтому да. Дальше будет несколько коротких историй. А мы с вами видимся... Я даже не знаю, кто. Ну, в общем. А мы с вами видимся скоро. Владимир. Ага. Мы ищем торнадо. Да. Ну, недалеко от Маниту было одно 10 минут. И вот сейчас там есть очень подозрительные тучи. Нам так не видно. Ну, в общем, по радио только что передали, что могут быть еще торнадо. Они маленькие, конечно, но сам факт. Нет, то есть я рада, что они маленькие. Не подумайте. Не боите меня. Вдалеке где-то увидеть было бы хорошо. Посмотрите, какие кони. Да, там кони, тучи и вообще. Ждем. О том, почему я люблю манитобское небо. It's a nice picture. Yeah. Horses, nice grass, yellow, what's the heck is that? It's canola. Oh, it's canola, okay. Canola is in bloom. But it doesn't smell. It's so calm right now. Yeah. Мы уехали, теперь возвращаемся. Там вот видите, маленькая опускается с облачка, с тучки. Сейчас проблема. Ладно. Сейчас Владимир тут запаркуется сбоку. И мы подождем, может оно опустится ниже. Зацените тучи. Совсем недалеко от нас идет дождик. Кем мы падали? Ну, маловато для того. Тот тебя вытянуть мог, а не ты его. Ну, да, ну все, ничего так. Хоть ничего, так. Да. Хоть чуть-чуть сложнее. Давай хоть посмотрим, что мы там словили. Ой, что-то какую-то мелочевку. Не, ну что-то есть. Что-то есть. Вон моя щучка длинная самая. Дело приближается к обеду. Пеликаны ненасытные, все вот пытаются у нас рыбу убрать. Куда ты ставишь? Забрать. Кому ты ставишь? Юля потом покажу. Юля, привет. Юрий. А здесь у нас маленький шашлычок. Так, чтобы удовлетворить наши низменные потребности.
Хорошее место, постоянно как водопад. Ну, китайцы такие. Темовая песня, ребята, все класс. Эх, природа. Вальдемар, а ты даже не скрываешь, что ты пьешь. Мы же в давай, разливай.